Ежегодно во всех детских садах малыши вместе со своими воспитателями готовят концерты, посвященные Международному женскому дню. Заветную дату ребята ожидают с большим трепетом и поэтому готовятся к ней очень усердно. Конечно, была проведена очень большая работа, но дети, они всегда, дети есть дети, они никогда не подводят нас, всегда участвуют и хотят участвовать в таких праздниках, готовятся. В зале царила атмосфера непринужденности, но маленькие артисты немного волновались перед каждым выступлением. Однако это не помешало им с выражением прочитать стихи, посвященные любимым мамам, а также исполнить в их честь праздничную кадриль. Во время праздника малыши не забыли и о своих дорогих бабушках. Быть без дела бабушки просто не верят. Золотые ловки, как люблю я их. Нет других, наверное, не найти таких. Праздник 8 марта – это самый красивый праздник, цветущий, солнечный. Это самый дорогой для женщин праздник. Весенний праздник чувствовался во всем, не только в стихах и песнях, но и в оформлении зала и в костюмах малышей. Воспитателям помогли в этом родители детей. Благодаря родительской ассоциации мы видели сегодня прекрасный праздник. За их счет мы приобрели костюмы для девочек. За их счет было и украшение в нашем музыкальном зале. Поэтому большое спасибо. И думаю, что впредь у нас будет хорошее сотрудничество с родителями. После всех выступлений вместе со своими родными дети прокатились на волшебной карусели. Затем каждый из них сказал своей маме самые заветные слова. Расскажи, какая твоя мама? Любимая. Красивая. Самая лучшая на свете. Хорошая. Моя мама самая любимая. А какой подарок ты ей приготовила? Корзинку с цветами. Цветы. Для присутствующих на мероприятии мам и бабушек этот день оказался полон эмоций. Они остались очень довольны подготовленной для них праздничной программой. Скажите, вам понравился сегодняшний концерт? Еще бы. Концерт воспитатели подготовили очень хорошо, красиво. Дети пели песни, плясали, частушки пели. Я хочу сказать еще большое спасибо воспитателям. Столько труда, столько забот они вложили в наших детей. Праздник подошел к концу, но женщинам, присутствующим на нем, он запомнится надолго. Ведь в этот день, наполненный теплыми улыбками и добрыми словами, они ощутили себя самыми любимыми на свете мамами и бабушками. И хочется поздравить всех женщин всего города с этим праздником, чтобы они всегда были цветущими, улыбающимися, у них никогда не портилось настроение, а дети наши должны всегда им приносить радость. Хочу поздравить всех женщин нашего района, своего коллектива, женщин, наверное, всей Молдовы, можно так сказать, с наступающим праздником, днем 8 марта. Хочу пожелать всем женщинам много счастья, а это значит иметь много здоровья, улыбок, удачи.